депутатов областного совета обратить внимание на эти 111 миллионов, пойти в свои районы, очень важно. Дело в том, что такое эти 111 миллионов? Это субвенция нашей области на создание сучасной мережи медичных закладов в сельской местности. Так вот, сейчас, нам сегодня, вот мне сейчас бросили смс, 6 апреля нашу область ждут с участной мережой по всей области в Минздраве для консультации. Так вот, уже с декабря месяца в каждом районе идет работа по подготовке своей сучасной мережи медицины в сельской местности. И я думаю, что депутаты областного совета обязательно должны участвовать в создании вот этой мережи. Сегодня этим занимается, опять же, только главные врачи ПСНД. Они же главный педиатр района в Снегиревке. Он же заведующий детским отделением в Снегиревке. Как преувеличить? Вы спросите, кто не почему в прошлом году не использована ни одна копейка 111 миллионов? Татьяна Васильевна. Это остатки прошлого года. Да нет же. Татьяна Васильевна. Залышки субвенции. Не было порядка. Его еще нет порядка распределения этой субвенции. Вот, субвенцию разрешат использовать. После того, как мы свою мережу защитим в Минздраве, раз, потом отдадим ее в Минрегион БУД, и он ее согласует, два, и только после этого скажут. А после этого будет конец года, и мы опять получим мир не завтра. А там написано, что они могут пользоваться вечно. Ну, а так и не вечно.